Здравствуйте! Шалом! Мы сегодня с вами снова в Германии путешествуем по Рейну. Вот на левом берегу прекрасный город Вормс. Ну а если Вормс, то мы вспоминаем песню о Нибелунгах. Самый главный германский эпос. Собственно говоря, только готовясь к этой лекции, я узнал, что не только вот Вормс, это понятно, что Нибелунги там происходят важная часть действия, но и Вормский собор, который является местом, в котором рассорились две королевы, Кремхильда и Брунгильда, он тоже является частью нашей еврейской истории, про которую я вам сегодня буду рассказывать. Но сначала все-таки небольшую цитату. Это 14-я авентюра песни о Сегодня ж ты увидишь, что выше родом я, и что славнее, чем Гунтер, тот, кто мне дан в мужья. Отучишься ты думать, что я твоя раба, а коль воображаешь ты, что это похвальба, я повторяю снова, что первый в храм войду, у всех твоих вассалов и женщин на виду, чтоб моему величию дивился Вормский двор». Вот так между королевами и начался раздор. Вот этот раздор там начался, и в нашей истории это место окажется не последним. Но давайте все-таки все по порядку. Сегодня мы будем говорить о рукописи, которая является одним из самых больших ашкенадских шедевров. Эта рукопись называется «Вормский махзор». Вормский по месту, где она прожила наибольшее количество лет. Рукопись действительно уникальна и с точки зрения каллиграфии, и с точки зрения содержания, и с точки зрения иллюстрации, иллюминирования ее. Но и судьба этой рукописи совершенно уникальна. Она много сотен лет, больше семи сотен лет прожила в Вормсе. Она по-настоящему пострадала в хрустальную ночь. То есть в тот момент, когда, собственно, началось избиение евреев Европы. Вот как бы конец, начало конца евреев Европы. Она попала в лапы гестапо. Она была спасена из гестапо, ч, возможно, членом нацистской партии. Она пережила бомбежки союзников. Она выжила. И сегодня она находится здесь, совсем рядом, в Национальной библиотеке Израиля. Невероятная судьба совершенно невероятные рукописи. Но прежде всего, как обычно, несколько слов о том, что такое Махзор. Махзор – это понятие, которое вообще вот в раннем Средневековье и на Востоке употреблялось по отношению к любой большой законченной рукописи. На иврите это значит цикл, завершение чего-то большого. И, например, если вы помните, когда мы говорили о Ленинградском кодексе, то там в Калафоне тоже он его называет «Зеха Махзор Микра Шалем, то есть это полная рукопись кодекса библейского. И раньше также называли, собственно говоря, и просто любые молитвенники. Вот первый молитвенник, который мы тоже упоминали, Амрама Гаона, он часто также назывался Махзором. А вот уже века, наверное, с 12-13, особенно в Европе и уж точно в Ашкеназе, Махзор – это специальный молитвенник на праздничные дни на дни праздничного цикла. И вот такой махзор мы сегодня с вами и будем обсуждать и с ним знакомиться. Значит, это рукопись, которая имела в свое время два тома. Второй том утрачен, и вместо него, давно утрачен, наверное, веки в веке в 16-м, 17-м, но после, вместо него взяли другой том, который очень подходил примерно этого же времени. Но все-таки это другое, другая рукопись. А мы сегодня будем говорить о конкретной рукописи, которая была переписана в 1272 году. Это большой том, в нем 224 листа большого формата на пергамене, в тяжелом переплете и в него входят молитвы для специальные субботы, да, которые предшествуют таким праздникам как Пурим, Песах, Шивот, девятая Ава. Есть там и фрагменты библейского текста. То есть это вот такой полный сборник. Теперь смотрите, большая рукопись используют ее только по праздникам. И как мы знаем и узнаем из того текста, который я вам сейчас покажу находится она не в синагоге. Она живет у какого-то, видимо, богатого, так сказать, прихожанина дома. И он ее одалживает синагогальному кантору, кантору, который ведет общественное богослужение, вот в конкретные дни. И я хочу начать знакомство с ней с совершенно невероятного листа. Это молитва о росе. И в первое слово этой молитвы красными – буквами маленького размера вписано благословение. Это благословение рифмованное, милое. Но самое главное, что это единственный текст, этот текст написан на идыш. И вот перед нами самый первый в мире письменный образец языка идыш. Следующий образец вообще-то на сто лет старше. И написан здесь совершенно чудесный текст. Я вам на, на идыше не буду его читать, а на русском, если его перевести, он звучит так. Это благословение как бы. «Пусть сияет добрый день для того, кто будет нести этот махзор в синагогу». И вот я себе представляю, вот я себя все время представляю этим человеком. Мне кажется, это простой человек. Иврита особо не знает, поэтому для него написали на идише. И, собственно говоря, его задача, он эту тяжелую книгу, по-настоящему тяжелую, таскает в нужные моменты в синагогу. Такая прекрасная подработка, по-моему. У Баха Ибн Пакуда, замечательного философа средневекового, есть такое выражение, которое, кстати говоря, он взял из Корана. «Хамор носес фарим» То есть это осел, который носит книги. Он их сам не читает, а тем не менее функция его вполне благородная. Он эти книги переносит. Вот такая удивительная страница, посвященная простому человеку, который под солнцем или в дождь тащит этот огромный том в синагогу, чтобы все им любовались, а Кантер его использовал для богослужения. И еще раз подчеркиваю, никаких более ранних свидетельств письменного Идыша пока не обнаружено. Но и если мы уже говорим о необычных листах и нестандартных текстах, то я хочу показать вам еще один совершенно уникальный текст. Вот смотрите, на нижних полях изображение человечка, изображение человечка в красном. Кстати, сразу обратите внимание, что у него вообще такое птичье лицо, нечеловеческое, Но неважно. Это молитва, это даже не молитва, это пьют, то есть религиозный гимн, который называется «Эй елей хацедек», «Сильные правдою», и его читают в последний день Песаха. И там есть слово «соферай», то есть «мудрецы» или «летописцы мои». Ну, у школы летописцы, то, соответственно, и переписчики. И вот изображен человек с птичьей головой, у которого в руках такая раскрытая книга. И в этой книге три имени. Смотрите, наверху написано, что у нас написано. Ехудаха Софер ми Нюринберг", да Ниже Симхаха Софер. Значит, Ехудаха Софер ми Нюренберг это отец. Симхаха Софер это его сын. И еще ниже Шемая Царфати. Кто такой Шимая Царфаты, мы точно не знаем, но, вероятнее всего, он является именно иллюминатором этой рукописи. То есть часто бывало, что, знаете, писец свое имя как-то обозначал в тексте. Но вот так вот воспользоваться текстом, чтобы вывести это в бок и написать все имена, которые положены в этой как бы раскрытой книге, это совершенно удивительная и замечательная такая иллюстрация нестандартного подхода к тексту уж точно. Вот. О том, а вот об этих головах птичьих мы сейчас еще раз поговорим. Давайте посмотрим следующую иллюстрацию. Я сегодня хочу постараться показать вот побольше, что ли, листов. Это самый первый лист рукописи, с которой она начинается. Вот видите, арка. Это тоже и первое слово «эль», оно написано лигатурой. «Алев» и вот такой чубчик наверх, который намекает нам на то, что это буква «эль». И в ней, вот в этой букве опять вписан текст. Это владельческая запись. Здесь указано, кому принадлежит эта рукопись. Вот написано наверху «Шель Барух бен Рабби Ицхак». Захрано Левраха. Да? Она принадлежит вот этому самому рабби Баруху, сыну Ицхака. Э, лист очень интересный. Это начало субботы Шекалим, то есть когда рассказывается о том, что надо отдавать по пол шекеля с определенного возраста, 22 что ли лет. И вот вам весы. Весы держит тоже человеческая фигура в красном с лицом, с клювом да, вот эти птичьи головы, и на них написано Шекель и Израиль. Вот души Израиля они как бы должны перевешивать. А рядом малосимпатичные животные. Считается, что это олицетворение какой-то злой силы, которая вообще хочет эти души принизить, чтобы они не перевесили. Э, вот эти птичьи головы, они вообще очень занимают искусствоведов, которые пытаются объяснить их происхождение, потому что мы не знаем, сколько было таких рукописей, но мы знаем, что сегодня есть три сохранившиеся рукописи примерно одного и того же периода, все германского, ашкенадского происхождения, где вот появляются вот эти фигуры. Самое простое объяснение, что это как бы уважение ко второй заповеди, не сотвори себе кумира, поэтому хотят вот это изображение сделать нечеловеческим. Существует объяснение, которого тоже придерживаются довольно многие искусствоведы, что это наоборот, это отсылка к библейскому тексту, и это вообще изображение клюва орла. И отсылка к библейскому тексту, что на, на крыльях орла Господь то и то там вознесет. По-моему, два есть даже таких, да, два есть таких сравнения в книге «Исход» в 19 главе и в книге Второзакония в 32 главе, где вот этот самый орел на своих крыльях поднимает израильский народ. И что это такая скрытая аллюзия, наоборот, о любви или о связи евреев с, с Господом. Ну и есть третье объяснение, что вообще это просто антисемитские рисунки, и что, возможно, художник был просто не еврей, который это сделал. Мне кажется, что это практически невозможно, потому что тут столько всяких рисунков, которые связаны с иллюстрацией, конкретно вот с еврейским восприятием мира, что предположить это довольно сложно, но, в общем, выбирайте любую из этих трех, любую из вот этих трех идей, которые вам ближе. Вот. Если чуть-чуть еще посмотреть на этот текст, то сразу видно, какая уникальная каллиграфия, как выписаны буквы, насколько они четкие и насколько они типичные ашкенадские. Ашкенадская каллиграфия, как и заточка ашкенадского пера, она отличается именно возможностью выписывать очень тонкие и очень толстые линии. Здесь как раз вот эта игра, мне кажется, хорошо видна, собственно говоря. Вообще вот такие буквы очень типичны. Ну и, конечно, использование разного цвета для для букв вот первых букв в строке и так далее. Давайте посмотрим еще один лист: это знаки Зодиака. Вот первые давайте как раз посмотрим. Все мы рассматривать не будем. Это молитва о Росе, и здесь, поскольку год начинается библейский месяц Ниссана, то вот тут первое это Овен, Тале. Вот он изображен в круге. А рядом с ним как, как бы иллюстрация, подчеркивающая вот это ощущение весны. То есть человеческая фигура, опять же, с лицом, значит, с птичьей головой, которая там нюхает цветы, наслаждается природой, ее цветением, что ли, этих цветов. И вот такая очень симпатичная. Эти знаки зодиака написаны типичные все в еврейской традиции, что как раз лишний раз подчеркивает, что это не может быть христианский мастер, а именно это мастер, специализирующийся, по крайней мере, на еврейских рукописях. Вот. Ну и теперь сам колофон. Здесь очень интересный, хороший, большой колофон, который фиксирует завершение работы вот смотрите он начинается так они рабби асофер я симхаб сын иуды писец. мы уже его имя знаем помните да оно на раскрытой книге вот второе переписал этот махзор ледуди катавтезеха махзор ледуди рабби барух бен рабби ицхак для... переписал я его для своего дяди Раби Баруха, сына Ицхака. Конечно, Дуди, как вы, наверное, знаете, что в песне песни или в библейском иврите это еще и возлюбленный мой. Было, было бы красиво, если бы он написал, что переписал он этот э, макзор для своего возлюбленного, но это, конечно, шутка. Здесь совершенно конкретно, что это его вот дядя, которого мы уже тоже знаем, поскольку видели его в первой дарственной надписи. Очень важная информация дальше. Бетох мем шавуот. В течение 44 недель. Вот, собственно говоря, это почти год, если мы так уж округлим, да, 44 недели. Мем далет шавуот. В... Все это я сделал сам, да. И вот дальше у нас есть дата. Безрад Шадай, Кавхет Бо, 28-го Тевета, в год Бишнат, и вот тут очень интересно, Шлошим Лифрат, в год 30-й, по малому счету, он пропустил, ему должен был написать в 32-й, он пропустил вот эту двойку, но вписал ее сбоку, и получается в годы 2, и 2, и 30 Значит, это у нас с вами 5032 год, 28-е -го Тевета. Это по современному летосчислению 2 января 1272 года. В самом низу интересно, что он повторяет еще раз своими вот вани сибха халавлар. Лавлар это очень редкое вообще слово, которое тоже тоже означает «писец», но употреблялось исключительно редко, и вот здесь мы его встречаем. Дальше идет благопожелание. И вот такой подробный колофон. Значит, что мы теперь знаем? Мы знаем, кто переписал, мы знаем для кого переписал, мы знаем, когда переписал, мы знаем, сколько времени он на это потратил. Чего мы не знаем? Мы не знаем, где он писал эту рукопись. И вот э -э, не воремся. И вот тут как бы задается вопрос, где, и ответ на него точного нету, но похоже и очень вероятно, судя по некоторым заметкам на полях, которые вот заметил Малахи Бейтарье, профессор Бейтарье, который очень много занимался этой рукописи. И судя по тому, по маленьким изменениям в самой системе молитв, скорее всего, эта рукопись была переписана в Баварии, в Юртсбурге. А в Вюрцбурге была разгромлена еврейская община, и мы знаем, что часть вот беглецов оттуда, они пришли как раз в Вормс. И очень логично предположить, что именно они принесли с собой этот молитвенник. И, наверное, вот так мы можем сказать, что с самого конца XIII века этот молитвенник находился в Вормсе и был, безусловно, одной из городских достопримечательностей. Что мы имеем? Мы имеем колоссальную рукопись, которая живет в почете в старинной главной синагоге Вормса из века в век. Она известна как одна из достопримечательностей и гордости еврейской общины. И знают ее, собственно говоря, ее слава как бы распространяется шире, чем просто узкое использование общины. Это известный памятник культуры. И она доживает там до хрустальной ночи. Хрустальная ночь, красивое название. Но это трагическая ночь с 9 по 10 ноября 1938 года. Да? В эту ночь синагогу поджигают, грабят. Горит все что в ней находится, горят свитки, горят рукописи. Я еще забыл сказать, что помимо рукописи в этой синагоге был и архив общины тоже очень древний И все вот начинается уничтожение европейского еврейства и можно сказать, что рукописи книги разделяют судьбу своего народа. они тоже уничтожаются. И тут появляется человек, который является вот героем одним из героев моей жизни, о котором, во всяком случае, я очень много думаю, и который, безусловно, является героем нашего сегодняшнего рассказа. Его зовут Фридрих Вильгельм Йосеф Мария Иллер. Он родился 3 июля 1892 года в Вормсе. Он чистокровный немец, он христианин, он историк, краевед, человек абсолютно влюбленный в Вормс и его историю и абсолютно преданный городу, который на тот момент является главным архивистом, архивариусом Вормса и даже к этому моменту уже является главой всех культурных учреждений города. То есть, что важно, это такой функционер от культуры, который принимает нацистскую власть, я вот честно говоря не знаю, просто не нашел, он был членом партии или он не был членом соци... национал-социалистической партии, но вот я думаю, что начальник такого уровня в моем советский, в моей советской юности, он скорее всего был бы членом коммунистической партии, и это, наверное, тоже был партиец. Во всяком случае, он совершенно спокойно воспринимает новую идеологию. И даже радуется ей. У него главная идея доказать, что именно Вормс являлся в древности как бы пупком германской истории, что именно Вормс и должен быть центром изучения Германии. И главное, он хочет перенести в Вормс все мероприятия, связанные с празднованием песни о Нибелунгах, вообще Нибелунг, Эпос и так далее. Вот все, все он про Вормс совсем не про евреев. Но с ним что-то происходит в эту хрустальную ночь. Я вот думаю, что... И для себя мне вот правда кажется, что вот каким бы он ни был, нацистом, не нацистом, простым немцем, но он вдруг увидел оскал варварства. Он все равно был за культуру. Он увидел настоящий оскал варварства. И он прямо буквально с утра бежит в эту синагогу, и начинает искать этот вормский магзар. Он ищет его и ищет документы архивные, как архивариус, естественно, архива общины. И он понимает, все погибло. Он ничего не находит. Но с этого момента в нем вот как что-то сломалось или что-то щелкнуло, эта еврейская идея как бы мешает ему нормально функционировать как такому фашистскому культурному деятелю. И вот вы не поверите, проходит пять лет, 1943 год, штаб Гестапо в соседнем городе в Дармштадте его вызывают в Гестапо и говорят, гер профессор, мы тут свезли в подвал дворца всякие жидовские материалы. Нам бы надо понять, чего тут ценного, а что неценного. Мы просим вас, как архивариуса, разобраться, что тут есть, или помочь нам это понять. И он спускается в подвал, который буквально завален какими-то материалами. Он начинает там разбираться, и он понимает, во-первых, что тут есть материалы архива Ворбца, а дальше, вы не поверите, он находит этот макзор, в целости и сохранности. Лежат оба тома. Я не знаю, как колотилось у него сердце. Я не знаю, сидел, он там дышал или как, что он думал. Но дальше он поднимается наверх, приходит в гестапо и делает заявление. Он говорит, что это важные материалы, но их абсолютно невозможно изучать вот там в подвале. Он просит, чтобы ему перевели вот эти материалы и книги в архив, где он работает. И он все это делает так, чтобы обязательно подсунуть туда этот вормский макзор. И ему дают разрешение. Они соглашаются на это и перевозят там на грузовике как-то ему эти материалы в его рабочий кабинет. Дальше он понимает, что его рабочий кабинет ненадежное место. И он выносит оттуда, как он утверждает, рискуя жизнью, думая, что он был абсолютно прав, он выносит оттуда воробский Макзор Выносит его и куда его нести. И он его относит вот в наш собор. В наш с вами собор, где, собственно говоря, как вы помните, эти две королевы, Кремхильда и Брундильда, Брундильда они вот между собой и спорили. И прячет он его в соборе, в одной из башен, никому не говорит, где. И вот в этих башнях собора наш магзор прячется до самого конца войны. В самом конце войны начинаются страшные бомбардировки союзников да, города. Он понимает, что в соборе может быть небезопасно для рукописи. Он ее опять выносит, прячет где-то в пригороде. Бомбардировки кончаются, он ее возвращает. Входят войска союзные в город. И он, как законопослушный немец делает заявление, он официально заявляет им, что Макзор спасен, он находится в соборе, и вот он об этом декларирует. И тогда приходят через какое-то время представители американской армии с официальным письмом с требованием, чтобы Макзор был выдан им и отвезен в еврейский музей в Нью-Йорк, как еврейская святыня или уникальный памятник культуры. И тут Наш профессор встает до дыбы. Иллер отказывается выдать им Магзор. Для него это шедевр немецкой культуры. Для него это атрибут Вормса. Атрибут культуры Вормса. Он категорически отказывается. Дальше там французские войска пытаются с ним взаимодействовать. и французы находились в Вормсе. Тоже ничего не получается они говорят, можно было бы, безусловно, тут не было бы никакого спора, отдать, вернуть Махзар в общину Вормса. Но община Вормса погибла полностью. Не осталось ни одного человека. Стали требовать в общину Майнца. Майнц – это другое. В общем, началась довольно долгая судебная тяжба. И он прямо грудью защищал этот самый Макзор, чтобы его не отдали. Но Пришло это вот к чему. Пришло это к тому, что буквально через почти 10 лет э, Германия начала выплачивать репарации. И вот в 1954 году был суд, по которому Клеймс Conference постановила или получила право на вот эти репарации, и Национальная библиотека Израиля, которая подключилась к этой деятельности, смогла внести... Макзор Вормса вот в список того, что они должны получить как э, еврейское наследие. И действительно, в 1957 году Макзор Вормса был привезен в Израиль и попал в Национальную библиотеку, где с этим уже, скажем, он не спорил. А что, собственно говоря, произошло с нашим героем? Иллерд после войны буквально заболел идеей восстановления, если не еврейской культуры, то памяти о еврейской культуре в Германии и особенно, конечно, в его родном Вормсе. Оказывается, помимо всего прочего, у него был колоссальный фотоархив, который фиксировал разные места города и так далее. И вот с этим фотоархивом и, пользуясь другими архивными документами, он стал активно-активно участвовать в том, чтобы хоть как-то вот это вот память о еврействе, она осталась. И он умер в 1966 году в Вормсе. И говорят, что вот в этот день... Все колокола церквей протестантских и католических звонили, и весь город вышел его провожать. А сегодня в Вормсе есть улица, названная в его честь. Это улица Доктор Иллер Штрассе. Вот такая удивительная история спасения уникальной еврейской рукописи человеком, который был совершенно далек от всего еврейского, даже был близок к нацистам, но который в какой-то момент понял значимость культуры, которая, безусловно, выше во всей этой идеологии. Вот на этой ноте можно было бы, конечно, и закончить наш рассказ про в обзор но я все-таки хочу к нему еще раз вернуться и показать вам еще одну уникальную деталь в нем. Значит, это такой так называемый промежуточный колофон. Дело в том, что он, их несколько на самом деле в этой рукописи, где он фиксировал завершение каких-то там маленьких кусочков. Вот здесь написано «Хазак ванит хазак». Это, кстати, цитата из второй книги Самуила. «Хасофер симха ло юзак». Значит, Значит, вот давайте так, что да не будет причинен ущерб писцу симхи ни сегодня и никогда, пока осел не взойдет по лестнице. Вот это совершенно удивительная фраза. Ее, не сговариваясь, полюбили и писали песцы. И в Германии, и в Италии, вот в этом 12-13, даже по-моему в 14 веках, незнакомые друг с другом. Какая это лестница? Ну, понятно, что это лестница, которую во сне видел Яков Сурам Яков, по которой вообще-то ослы не ходили, а ходили ангелы на небо, если вы помните. Поэтому ослы по этой, лекции, по этой лестнице никогда не ходили и ходить не будут. И это благопожелание о том, чтобы все было хорошо и не было бы ущерба на века. И вот я хочу всем нам пожелать, чтобы мы были и здоровы, и чтобы мир пришел, и чтобы все было нормально. Ад але хамор басулам. Пока по этой лестнице не начнут ходить ослики. Большое вам спасибо.